В этом видео я покажу, как снял торпеду на Golf 3 и потом заменил радиатор печки. Радиатор печки я заменил потому, что она была засорена и еле грела. Вот я купил некоторые вещи, которые, может быть, пригодятся после разборки. Сначала проверяем новый радиатор на всякий случай. Не будет ли протекать из нее антифриз. Вот инструменты, которые вам понадобятся. Самое главное, голову на плечах и сообразительность. В этом видео я буду делать акценты на основные ключевые моменты. Тут есть некоторые секреты, которые вам обязательно пригодятся. И я покажу их. Тут главное не сломать чего-нибудь и легко разобраться. Сначала разъединяем аккумулятор, сливаем антифриз и поехали. Под рулем есть две шестигранные болтики, которые нужно открутить, чтобы снять руль. Внимание! До снятия спидометра обязательно снимите этот прибор. Внимание! Вот тут я показываю две секретные болтики, которые откручиваются с внешней стороны, под капот. Это мы будем делать потом.
წინ პანელი აჩვენე რომ ამ ადგილზე რო ვარ. Вот те самые гайки, которые нужно открутить. Где сюда угол отправили? Раз. Внимание! Вот еще секретные болтики под рулем. Они снимаются только с помощью зубили и молотка. С внутренней стороны еще есть два болтика, и они с внешней стороны не видны. Они откручиваются обычным ключом. Обязательно снимаем открыватель капота и снимаем этот пластмасс. Потом выдергиваем чуть резинку, чтобы снять печку. Откручиваем эти три гайки под капотом. Теперь вот эту железяку нужно перетащить к себе. Вот тут наш радиатор печки. Печку нужно передвинуть к себе, и потом радиатор печки снимается и заменяется легко.